привет, это iGadget. Очень необычной разработкой поделилась лаборатория Беркли при Министерстве экономики США. Ими был найден материал, который можно использовать для создания искусственных мышц, которые в 1000 раз эффективнее человеческих. С ними можно превратить простого человека в супермена. Настоящий 8-ядерный флагман по очень доступной цене представила на выставке французская компания Alcatel. Новейший по-настоящему 8-ядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 2 ГГц, 2 ГБ памяти и более емкий аккумулятор на 2500 мАч, аудиоусилитель Maxim 9720, модули Wi-Fi, Bluetooth 4.0, GPS и FM-радио. Флагман OneTouch Idol X Plus получил 5-дюймовый IPS-дисплей с Full HD разрешением. При этом рамки слева и справа от него сократились до рекордных 1,3 мм. Тут используется продвинутая 13-мегапиксельная камера с апертурой f2.0 и системой мгновенной фокусировки. Подойдет ли вам такой мощный смартфон, решайте сами. Только про iGadget не забывайте. До скорой встречи!